зовут Лариса, я из города Кропоткино, мне 58 лет. И в принципе я начинала искать уже продукцию хорошую, потому что не было сил, была вялость, сонливость. И я в одну компанию зашла, попробовала продукт. Я такая, что как бы пробую, ищу. Вот. Потом появилась Диана и говорит, тебе нужен фитлайн. Я говорю, мне уже ничего, наверное, не поможет. Старость подкралась незаметно. Вот. И а что я, беспокоило? Я же говорю, что у меня вообще как бы давление было низкое, слабость и постоянная сонливость. После операции, тем более, что нужно было как-то восстановить силы, пошла к доктору. А доктор говорит, ну это нормально, стресс после операции. Я говорю, а ничего, что если вот как бы мои все уже те, которые со мной делали операцию, уже вышли на работу, а я не могу. Эффект опущенных рук. Я не знала, как это, эффект опущенных рук, но он у меня проявился. Потому что подходишь вот что-то делать, все, руки опускаются, ничего не хочешь делать, и понимаешь, что рано еще просто натягивать и ползти в сторону кладбища, а жить-то надо как-то продолжать. И вот я начала принимать Activise, Basics и Restorate. Ну, буквально, наверное, да, даже вот и в этот день, и на следующий день я начала чувствовать прилив сил и энергии. Мне захотелось жить. Настроение улучшилось. А вот у меня же еще бессонница была. Бессонница. Видите, я уже забыла об этом, я забыла уже о том, что у меня было. У меня выкручивали ноги, суставы, я не могла спать. У меня начали неметь руки, ноги. А когда я начала пить Activise, первое, что вот я заметила, это я силы, бодрость, Restorate спила, у меня вот перестали неметь руки, ноги, у меня сон полноценный. С этой продукцией. Так что вот я вообще всем своим рекомендую. Может быть, где-то какой-то болячки я уже забыла. Я действительно уже все позабывала, что у меня там было. Потому что месяц приема именно вот продукции FitLine настолько все сдвинулось в хорошую сторону. И действительно, что моей душе захотелось жить в моем теле. А раньше не было этого. Так что вот пейте все продукцию FitLine.